сейчас Оленичев. Нет, нет, не дали сделать передачу. И вот как рвется вперед Дмитрулин, да. Простите, это Ващук. Ващук идет вперед. Отдает налево. Опасный момент. Второй мяч в сетке ворот нашей сборной. И ликует никто иной, как московский торпедовец Сергей Ткаченко. Что оставалось делать нашей сборной, которая проигрывает 1-0? Идти в атаку каким-то образом...